Игорю Толменеву в августе исполнилось 43. Не так давно он, как и все мы, каждый день заводил будильник на 7 утра, гладил белую рубашку и бежал в офис. Игорь руководил отделом автоматизации в одном из банков Белорецка. Следил, чтобы все компьютеры исправно работали, а банкоматы беспрекословно выплевывали деньги. А 3 года назад он бросил пыльный город и махнул в лес. Теперь он сам по себе. Свой собственный. Были дыни с арбузами. Так вот вообще как бы на открытом воздухе тыквы росли в прошлом году. Урожай тыквы был хороший. Тыквы, кабачки. Тут вот репа на этой грядке. Вот лекарственный ромашка. Аптечная. Цикорий здесь местами растет. Вот кофейный напиток. Делается цикорий. Цикорий вот он сам по себе. Его корень можно копать, обжаривать, сушить, обжаривать и... Деревню Николаевка Белорецкого района Игорь в шутку зовет Калининградом, как город Коли. Не путайте с Калининградом, тут ровно все наоборот. Туалет на улице в 5 шагах от дома, первозданная лесная чаща. А из окна открывается головокружительный вид на гору Иремель. Гора настолько хороша и загадочна, что в древности на нее разрешалось подниматься только жрецам и шаманам. А что означает? Это славянское? Ну, означает... Я, исходя там из различных соображений, просто совмещал несколько символов, делал ее. Не знаю, я как-то обычно на эти темы религиозные, не знаю, обычно пытаюсь не затрагивать их вообще. Это у каждого свои соображения, начинаются споры какие-то, нету смысла ни о чем спорить, все одно. Главная ошибка уезжающих в деревню – думать, что там до сих пор каменный век. В домике у нашего героя, например, есть быстрый интернет, а еще пара нетбуков и смартфон. Звонить с них нельзя, а вот через скайп с друзьями поболтать – пожалуйста. Только некогда Игорю особо болтать. Вечерами он играет на интернет-бирже, говорит, в день можно заработать до $500 и столько же потерять. А днем он продает через социальные сети чудесный Иван-чай, который собирает тут же, у подножия Иремеля. В этом году они с женой Юлей собрали больше 100 килограмм и только в июле заработали на нем около 30 тысяч рублей. Так что не обязательно жить в городе, чтобы быть современным и обеспеченным человеком. Станислав Шахов, Антон Волков. Ловников, Комсомольская правда, Уфа, из Белорецкого района Башкирии.